80 лет назад войска Красной Армии перешли в контрнаступление в битве за Москву. Химки стал одним из ключевых городов в этой истории. Именно отсюда началось наступление, и стало понятно, что немецкая машина не такая уж непобедимая. На территории городского округа прошли митинги, где вспоминали героев тех суровых дней. Сегодня мы совместно с ветеранами, с молодым поколением почтили память ветеранов, солдат, павших в битве за Москву. На территории Подрезкова установлен памятник воинам-кирилловцам, павших в годы Великой Отечественной войны, поэтому эта дата, как День воинской славы, касается жителей микрорайона Подрезкова непосредственно. В митингах приняли участие ветераны, юнармейцы, члены молодой гвардии, сотрудники администрации и жители округа. Собравшиеся возложили цветы к мемориалам и почтили минуты молчания память тех, кто не вернулся с войны. Победа ковалась не только в армии. Подвиг солдата, конечно, неоценим. Но победа ковалась в тылу, на наших заводах, на наших предприятиях. В каждой семье, каждый человек, и дети, и подростки, и женщины приближали эти дни. Основные торжественные мероприятия пройдут в городском округе 5 декабря.